А сейчас ты, наверное, все то взять не сможешь. Там возьмешь? О, герой большой. Пошли. Поймал? Все. Герой. Всем привет! И сегодня мы будем гулять на площадке. Вот мы уже идем на площадку. Вот там такси. Идем мы. О. Давайте присядем на качельки. Опа. Опа. А. Кататься хорошо тут весной. Март сейчас. Ой, мама тут. Всем привет! А я мама. Я тоже гуляю. Ага, мама тут гуляет. Ну, ребята, что хочу сказать. Тут очень хорошо. Такая штука, где пару человек садятся, только она почему-то не крутится больше. Я ее сдвинул, я такой сдвинул. Здесь я настолько сильная, что не могу сдвинуть ржавую. Вот эту карусель, которую я 5 лет не каталась уже как. Только если через силу. Попробую сейчас. Вот. Как говорится, от первого лица. Ой, не получается. Ну что ж, могу сказать, это очень старая карусель. Примерно ее построили в 2012 году. Когда, кстати, я родился. Ой. А ты снимаешь что-то? Да. Или у тебя там черный экран уже? Я снимаю, вот. Сегодня мы будем, короче, показывать трюки на кольцах. Ня, второе кольцо. Давай. Во. Не успела. Сейчас попробую сфоткать тебя. А, во, молодец. Мы нашли елочку, а на ней игрушки еще висят. Елочка, елочка. Хотя уже март. Вот такие вот тут игрушечки висят. 3 месяца назад была зима. И даже красивые. Такие раньше фикс прайс продавались, я видела. 4 месяца назад была весна. Вот это. А это кто? Ага. О, это варежка. Привет, привет, елочка. Получилось так, как будто это ручка елочки. Ага. Такая вот красота. Вот такой шарик розовенький. Ага. Вот. Всем пока.